Беларуси в очередной раз поднялась стоимость топлива на копейку. Подорожание поэтапное и было анонсировано ранее. Среди причин – рост затрат на производство нефтепродуктов, увеличение акцизов. Цены на заправках будут выглядеть таким образом. Дизельная и 95-й обойдутся в 2 рубля 42 копейки, 92-й – 2,32, 98-й – 2,64. В Бобруйске 27 июня состоится республиканская общественно-патриотическая акция «Дорогами славы». Участников ожидает насыщенная программа, автопробег, военно-исторический кинолекторий, концерт с элементами квиза «Операция Багратион». Также пройдет торжественная передача точных копий штандартов 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов руководству города. 10 июля в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вакансиями, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируются группы по переквалификации населения. В городе требуются водители погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Бобруйские атлеты завоевали 30 наград игр БРИКС. По результатам участия в мультиспортивном форуме в Казани чемпионы выиграли 5 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Самбо, плавание, вольная и греко-римская борьба – малая часть дисциплин, в которых бобруйчане продемонстрировали свое мастерство. Поздравляем победителей! 17-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в Бобруйске с 27 июня по 1 июля. В планах проведения гала-концерта, выступлений творческих коллективов, масштабного торжества, посвященного Дню города. На участие подали заявки 12 стран. Билеты на все мероприятия праздника можно приобрести в кассах города или онлайн. Полная программа размещена на сайте горисполкома.